Только в треть латвийских рек и озер хорошее качество воды. Об этом заявили в Государственной службе окружающей среды, геологии и метеорологии. Ежегодно в окружающую среду сбрасывается почти 200 миллионов кубометров сточных вод, 13% из которых недостаточно очищено. В большинстве случаев используются технологически устаревшие очистные сооружения или отсутствуют специалисты, способные поддерживать их соответствующий технологический режим. Иногда отсутствует предварительная очистка производственных сточных вод в различных отраслях пищевого производства. А это создает перегрузку очистных сооружений коммунальных предприятий. Проверка службы среды показала, что 28 очистных сооружений в Латвии не могут обеспечить надлежащую очистку сточных вод. Кроме того, в последние годы существенной проблемой стали переливы сточных вод во время дождей, когда в окружающую среду сбрасываются полностью неочищенные сточные воды.